Весьма плачевно обмыл покупку своего автомобиля пьяный водитель пятерки. Одними алкогольными посиделками дело не закончилось. Приятели решили покататься, но вскоре они устроили погоню с инспекторами и врезались в дерево. Пострадали оба. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. После ДТП инспекторы увидели в машине двух кровавых автолюбителей. По словам одного из них, Николая, машину он приобрел недавно. Выпивали сегодня? Выпивали сегодня? 180 штук в кассе никто не Нет. Что? Нет. Нет? Будете освидетельствовать, проходить, да? Буду. Понятно. На месте, да? На месте. Позже водитель признался, он устроил погоню, чтобы уйти от ответственности, но угодил в дерево. Машину, купленную за 11 тысяч, ему якобы не жалко. Сейчас лихачу грозит административный арест за отказ от экспертизы. В понедельник в 4 утра произошел пожар в Северной клинической больнице на улице Свердлова. Загорелся подвал в корпусе хирургического отделения. По данным МЧС, вспыхнул мусор. Пожар тушили 40 человек и 12 единиц техники МЧС. На перекрестке улиц Казанской и Московской водитель «Приоры» не пропустил КАМАЗ. Судя по кадрам, водитель многотонника был в шоке от поступка шофера «Лады», ведь в данной ситуации именно КАМАЗ имел преимущество в движении. К счастью, в аварии пострадали только автомобили. Все живы? А? Живы все?